В ближайшую пятницу состоится сессия собрания депутатов. Народным избранникам предстоит принять ряд вопросов, касающихся городского хозяйства, а также заслушать отчет главы города о выполненной работе за прошлый год. Положительную динамику прироста населения отметил глава округа в своем отчете, что является исключением из общих правил. В основном в городах Южного Урала отмечается естественная убыль населения и активная миграция жителей. Увеличение жителей в Миассе связано с благоприятной обстановкой и активным развитием города, уверен Игорь Воинов. Но все же некоторые проблемы остаются нерешенными. Так, неудовлетворительной остается оценка дорог в городе. На этот год финансирование и вовсе сокращено. Значит, в предыдущем году при разговорах до конца года в Минстрое нам обещали цифру порядка 200-220 миллионов рублей. На сегодня в постановочном совещании звучит цифра всего 82 миллиона рублей. На эти деньги необходимо в 2014 году обновить светофоры, два раза в год рисовать разметку и начать ремонт объездной дороги по 8 июля. Также Александр Качев доложил, что в городе началось мероприятие по освобождению дворов от бесхозяйственных транспортных средств. Если машина простояла во дворе год, то администрация своими силами будет вывозить машины в утиль. Такая работа будет проводиться, чтобы обеспечить надлежащую уборку территории, и автохлам несет реальную террористическую угрозу для населения, уверен чиновник.